Штука часто с нами шутит, это нам давно понять пора. Чем-то нас поманит, а потом обманет, потому что смысл ее игра. Мы у случая во власти, господа, товарищи, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Сгорелись наши страсти, господа, товарищи, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, пускай расскажет песня истину про нас. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, каждый ждет, что справедливо. Подумать, да? Просто песенка. Да какой вещь-то? Бери выше, капсу. Как это ни странно, ждем мы с неба ванны, и удачи миг ловить спешим. Но удача снова будет у другого, а у нас лишь сигаретный дым. Мы у случая во власти, господа, товарищи, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, разгорелись наши страсти, господа, товарищи, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, и пускай расскажет песня истину про нас. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, каждый ждет, что с пленепла вдруг сверкнет алмаз. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, сколько слез и грусти, жизнь еще отпустит нас всех. Никто скажет точно, это круг хороший. Ура! Ладно, вода! Вот здорово! Пойдем! Сколько хорошо! Эй, чего ты там сидишь? Иди к нам! Кто со мной на тот берег? Никто! А я сразу уплыву! А я в бабу! Куда поплыву? Не надо меня на ты! Тянется! Мишка! Опять! Ты меня лучше не зли, потом жалеть будешь! Вернись, тебе говорю! Слышь, Петь, погоди! Я тебе сказала, ну-ка вернись! Петь, смотри! Ух ты! Пет, Павел! Пет, Пет, прогоните! Тормози! Да тормози! Эй, кто-нибудь, помогите! Что случилось? Да вот, понесло по гравию, врезался в дерево и приехали. Вы спасатель? Спасатель. Ну так спасайте меня, что же вы? Ага. Тоже мне горе-водитель. Куда ты смотрел? Вы можете побыстрее? Сейчас. Давай. Ой. Опа. Спасибо. Вы настоящий джентльмен. А теперь принесите из машины мою сумку. Пожалуйста. Извините, вы директор Дома культуры? Ну, я. А почему у вас Дом культуры на замке? Ха, а как же без замка-то? Разворуют последнее. А ты кто такая? Я направлена к вам на работу. А, это хорошо. А ты не сбежишь через месяц, а? А то у нас была одна, так слиняла моментально. Я не сбегу. Не беспокойтесь. Ну, хорошо, посмотрим. Держи. Спасибо.
дядька. Ты когда ездить научишься? Медведь в цирке и то лучше катается. Медведь лучше кусается. Привет, секонд-хенд. Привет. Ой, тьфу. Ты чего? Да губы у тебя горькие. Зато у тебя сладкие. Слушай, мужчина секонд-хенд, у меня идея. Давай нашу свадьбу на мотоциклах отпразднуем. Представляешь? Целая кавалькад мотоциклов летит по селу. Кур потом прямо в суп клади. Фит, да? Ну что в самом деле? Да кур жалко. Ладно, я поехала. Пока. Только попробуй мне закрыть. Я тебе так закрою, своих не узнаешь. Ты понял? Молодец. Простите, можно? Ну, заходи, раздолбай Иванович. С чем пожаловал на этот раз? Вот, знакомьтесь. Наш новый художественный руководитель. Направлена к нам на работу. Марина Васильевна Степанова. Очень приятно. Садитесь. Спасибо. Павел Игнатьевич Тихонов, глава администрации. Да, культуру надо поднимать. Угу. Культура это, так сказать, окна в доме. Можно, конечно, и без окон. Но ведь задохнемся, без света белого не будем видеть. Павел Игнатьевич, вам в доме культуры пора вывеску менять. Повесить новую, кладбище. Что? Там тише покой, а на двери огромный амбарный замок. Да что ты прицепилась с этим замком, как пиявка? Тимофеич, а ведь Марина Васильевна права. Привет, орлы. Куда генератор тащим? Ты бы ушел своей дорогой, парень. Это казенный генератор, он был в гараже. Ну и что? Ребят, несите генератор на место, давайте. Да пошел ты. Бери. Пошли, иди. Вали отсюда, парень. Я вас все равно достану. Что? Это мы тебя достанем. Мой звонок звенит громче. Нет, мой. А мой вообще не звенит. Слышь, Петь, а правда у вас с Катькой скоро свадьба будет? Ты что, любопытный? Шину вот прокалю. А я тебе лодку прокалю. Кали. Шага назад. И раз, два, три, четыре. Осаночку. Два, три, четыре. Раз, два. Рука пошла. Раз, два. Бедро выше. Раз, два. Восьмерочку дружнее. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Осанку держим. Раз, два. Не устаем. Раз, два. Плечи развернули. Раз, два. А, спасатель? Здрасте. Привет, привет. Что скажешь? Песни хочу свои показать. Ну... Хорошо. Девочки, сделаем перерыв. Как тебя зовут-то, спасатель? Федя. Федя. Ну что, Федя, показывай свое искусство. Первая песня называется... Кто сказал не надо? Кто сказал не надо? Кто сказал не сметь? Выйду на эстраду, буду песни петь. Потеснитесь, потеснитесь, музыканты. Потеснитесь, артисты. Показать хочу я свои таланты. Оглушу сегодня всех нокальным свистом. Ужас. Стоп! Да что ж это за песня? Кошмар какой-то. И вообще, Федь, двигаешься ты, как медведь. А я научусь. Вот увидите.
Вы меня еще плохо знаете. Катюх, привет. Привет. А ты чего здесь ошиваешься? Да спать не могу. А ты валерьянки выпей, а лучше водку. Не спасет. А помнишь, мы с тобой в школе целовались? Ну, мало ли чего в школе было. Давай повторим. Ты случайно не рехнулся, а? Я серьезно. Гена, отвали. И вообще я замуж выхожу. За кого? Не за тебя, ясно? Екатерина Анатольевна Лапа. Отныне вы муж и жена. Обменяйтесь кольцами. Не получается. Я уверяю вас, получится. Жених называется. Нахал. Катюша, какая ты красивая, такая прям справная. Да замуж тебе пора. За кого, бабуль? Ну что уж, прям уж женихов нету. Нету? Кто в армии, кто в тюрьме, кто серьги в уши нацепил, как баба. Ну, а Федька Гвотов? А этот голову морочит. А, ну да, он же сердечный током шибанутый. Чего? А вот отгадай загадку. Ну? С когтями они птица, летит и матерится. Вот кто это? Баба-яга. Не угадала. Это электрик, которого током шибануло. Вот и с Федькой такое случилось. Ой, ну что скажу, прям как Гагарин. Со столба летел. Вот с тех самых пор у него крыша-то и поехала. Ну ладно, сколько с меня? 45. Привет труженикам прилавка. О, привет, секонд-хенд. Когда за кольцами поедем? Да, и повенчаться не мешало бы. Катрин, меня круто обидели.
Привет. Привет, Карапет. Мал золотник, да дорог. Наполеон, кстати, тоже был маленького роста. Ой, не смеши, а. А ты в самом деле за Федьку замуж выходишь? А тебе какое дело? Да так. Но он стар для тебя. А где в нашей дыре молодого ты найдешь? Кроме тебя, Долгашей, Костика и Васи никого не осталось. А им бабы не нужны. Им бутылку подавай. А мне баба нужна. А что ты с ней делать-то будешь? А что все мужики делают, то и я. Ген, современной женщине много чего нужно. Понятно? Понятно. А хочешь, я тебе стихи почитаю? Ну, валяй. Заметался пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз, отрекаясь скандалить, был я весь, как запущенный сад. Был на женщин изделие падки. Разонравилось петь и плясать. И терять свою жизнь без оглядки. Ген, отстань, а? Мне на работу пора собираться. Поставила. Вверх. Медленно, медленно. Сбрось. Так. Синхронии. Вверх. Молодцы, все помним. Так. Линейку, линейку, девочки. Голова. Спину держать. И улыбки. Выше головы. Повороты. Раз, два, три, четыре. И на поклон. Катя, Галя, Света, Оля. Молодцы. Федь, а ты что на окне-то повис? Много будешь знать, скоро состаришься. А закурить не найдется? Закурить? Найдется. На тебе закурить. Ай, ты чего? Чего хочешь? Нет. Ишь ты, закурить мне. Не надо. Тебе закурить? Нет, нет. Я вам покурю сейчас. Я вам так покурю сейчас всем. Извините, вы не знаете Марину Степанову? Знаю. А где мне ее найти? Зачем она вам? Мне надо ее увидеть. А что? Уехала она. Куда? В Париж, на выставку. Привет. Привет. Клюет? Клевать-то клюет, да не ловится. А ты Федьку Глотова не видел? Да он в клубе. Как появилась Марина, он там теперь постоянно ошивается. А ты что, ревнуешь? Вот еще. Ген, у тебя, кажется, заклевало. Ладно, мне пора.
Пока, рыбак. Я пошла. Спасибо, что подвез. А что, гости к себе не пригласишь? А зачем? Не надо ворошить прошлое. Неужели ты поверила этим сплетням? Дело совсем не в этом, Вадим. А в чем? Я стала другая. Угу. Я многое теперь вижу другими глазами. Значит, ты собираешься гнить вот в этой дыре? Ну почему гнить? Работать. Ну, пока. Пока. Если не хочешь, давай песню исполню. Цыганскую. Заиграла ночь на струнах. Заиграла. Нам с тобою этой ночи не хватало. Мы отправимся туда, где царство песни. Где душа расправит крылья и воскреснет. Эта ночь шаленая с нами загуляла песнею цыганской, нас околдовала, вихрем закружила в скалы, дунула страсти. Подарила волю, подарила счастье. Ну, знаешь, ты совсем свихнулся. Нет, я не свихнулся. Просто хотел показать тебе, на что я способен. А на что ты еще способен? Случайно не ты меня пугал? Случайно я? Эта ночь шальная с нами загуляла песню цыганской, нас закатывала. Вихрем закружила в скале. Ты что делаешь, охранница? Креста для тебя нету! Бабуль, давай я тебе погадаю! Накатись ты от этого блудница, несчастная! Да что мне всю посуду в крест перебила? Ладно, не переживай, завтра новую куплю! Ой, скупит она, дождешься от тебя, окаянная! Давай, пока! Привет, детвора. Здрасте. Как дела? Нормально. Молодец. Зачем? Не твоего ума дело. А на свадьбу скоро позовешь? Я тебе уши-то оборву. Тогда свои отдашь. Я тебя сейчас догоню.
учитель Федя. Заходи. Марина, я хотел тебе сказать. Я не знаю, что со мной происходит. С тех пор, как увидел тебя на берегу, я места себе не нахожу. И... Поэтому и достаешь меня. Своими дурацкими шуточками. Сегодня шел по улице мимо твоего дома. У тебя были окна открыты. Я думал, может быть, ты появишься, а ты не появлялась. Марина, я люблю тебя. Даже так. А как же невеста? Господи, какая невеста? Это все было для тебя. Теперь только ты одна на всем белом свете. Веришь? Ты кто? Деревенский Дон Жуан? Нет. Я Федя. Послушай, Федя, шагай-ка ты отсюда, к своим березкам на берегу. Понял? Понял. Но имею в виду, я повешусь. Говорили мне, что тебя током шибануло. Не думала, что до такой степени. Да. Шибануло. Тобой шибануло. Глазами твоими. Привет, Федя, спасатель. Привет. Садись в машину. Зачем? Поедем. Куда? Куда надо. Давай. Поехали. Я люблю прокатиться с ветерком. Валерий Павлович, вот, привез. Это он? Да. Садись. Пить будешь? Не пью. Слушай, парень. Ты почему на моих ребят наезжаешь? Так они же генератор спёрли, казённый. В нём было кое-что. И что же там могло быть, интересно? Есть вещи, о которых тебе знать не надо. Надеюсь, ты меня понимаешь? Понимаю. В нем что, золото спрятали? Может быть. Но у меня такое впечатление, что я тебя где-то видел. У меня такое же впечатление. Ты воевал? Воевал. Высота 48. Было дело. Вспомнил. Нас к вам на выручку на вертушках сбросили. Я тебя раненого на себе из-под огня вытаскивал. Так это ты меня спас? Выходит, я.
Капитан Потапов. Так точно, боец. Ах ты! Вы нас тогда здорово выручили, если бы не вы, хана бы нам всем. Да. Играешь? А, так. Можно? Вперед, боец! Не просил у судьбы я подножки. Воду пил из крана, из фляжки. И по скользкой дороге шагал. Я устал, я устал. Делал дело свое так, как надо. А когда спотыкался и падал, мне поддержку оказывал друг, верный друг, верный друг. Спасибо, друг, что ты со мной под этой звездной синевой. Невзгоды все со мной делил, и потому хватает сил. Спасибо, друг, что понимал и никогда не предавал. Ни в дни потерь, ни в дни разлук. Спасибо, друг. Спасибо, друг. Молодой человек, можно тебя на минутку? В чем дело? Поговорить нужно. Садись. Давай поговорим. Слушай. Я все про тебя знаю. Что все? Ну что ты спасатель Федя, шибанутый током? Что ты песни сочиняешь? Что ты к Марине пристаешь? И дальше что? А дальше вот что. Вот это вот тебе. Что это? Это бабки. Бери их, записывай свои песни, но от Марины отстань, понял? Да пошел ты. Был вчера такой вкусняк, по столом ништяк, пацаны. К нам пришли две горлы, это был прикол, прикол. Всю ночь, да-да, просто не в мочь, да-да, просто не в мочь. Прикол всю ночь, да-да, просто не в мочь. Был такой завод, пацаны, пацаны, ясно не компот, пили там мы, да-да, не компот, пили там мы, да-да, не компот, пили там мы. Пришлось опять не по полной программе выступать, на ушах на своих танцевать, по полной программе. Это был дом, весь дом ходил ходуном, это был дом, весь дом ходил ходуном. Да-да, вот так. Ты что делал, Федя? Бабуль, несовременный ты человек. Я находился при рэпе. При какой еще рэпе? Ты телевизор-то смотришь? Смотрю, сериалы. Темнота. Да сам ты темнота. Привет. Привет. Ты чего это так вырядился? По случаю. По какому? Хочу предложить тебе руку и сердце. Что еще? Остальное тоже. Что имею? Ген, не дури, а. Я серьезно. Я тоже. Ну, так ты согласна? Конфетку хочешь?
Зачем мне твоя конфетка? Чтоб ты успокоился раз и навсегда. Мужчина в секонде! А я здесь при чем? Кто при чем? Песня про тебя. Несешь подарок. Я тебя не нужен мне. Он даже старо. Ты в зеркало сегодня смотрелся или нет? Ну хватит, закругляйся. Мужчина, ты лекан. Я считаю, что генеральная репетиция у нас прошла успешно. Концерт у нас получился. Галочка, только не будь такой напряженной. Ты же ведущая. Ты задаешь тон всему концерту. Да вы за меня не беспокойтесь, Марина Васильевна. Я уже 100 раз выступала. Ну все, хорошо, хорошо. Еще раз повторяю. Выезд завтра от Дома культуры в 3 часа. Добрый день. Добрый день. Так, можем начинать генеральную репетицию. Виктор Тимофеевич, вы опоздали ровно на 1,5 часа. Мы уже закончили. Как это? А кто утвердит программу? Мы сами утвердили. Итак, всем до завтра в 3 часа у Дома культуры. Ха, смелые вы люди. Везешь. А ты что, разве не догадываешься? Нет. Вот приедем, узнаешь. Ладно. Здрасте. На покупателя. Здрасте. Какая красота. А где у вас кольца? Вот, пожалуйста, проходите. Тебе вот это. Да мне все равно. Девушка, покажите, пожалуйста. Пожалуйста. Берем? Берем. А ему вот это. Пожалуйста. Палец-то не сломай. Нормально. Девушка, выписывайте. Ну, какая вам девушка? Я уже бабушка давно. Спасибо, бабушка. Пожалуйста. Я оплачиваю. Сейчас, минуточку. Извините, я деньги дома забыл. Молодой человек, а в руках у вас что? А это не мои. Послушайте, не морочьте мне голову. Куда же вы?
Молодой человек. Извините. Странная парочка. Что с тобой? Я деньги дома забыл. А ну раздевайся. Зачем? Сейчас проверим. Не буду. Раздевайся. Не буду. Раздевайся, скажи. Да, смотри. Вот, смотри. Ну? И правда ничего нет. Ну? Плывет, плывет над речкой обманчивый закат. Зачем, зачем влюбился я? Влюбился не папа. Пригорками да склонами опять уходишь прочь. Эх, любовь не раз зеленая, она темнее, чем ночь. Ну, здравствуй, спасатель Федя. Здравствуй. Вот пришли тебя проведать. Ну, очень приятно. Да я не думаю, что тебе будет очень приятно. Ты понимаешь, что своим дурацким вниманием ты уже достал Марину? Сколько это еще будет продолжаться? Вадим, спокойно. А тебе-то какое дело? Мне-то есть до этого дела, понял? Успокойся, цыпленок. Что ты делаешь? Он же не умеет плавать! Что? Лети, спасай! Гриша, Гена, опаздываем уже. Ой! Ногу не сломал? Федя, а ты куда? Куда ты, туда и я. Это зачем? Душа просит. А он прокатиться с нами хочет. Группа поддержки. Так это же наш спасатель. Пускай он с нами поедет. Федь, только руки не жалей. Хлопай как следует. Ха-ха. Ну, были душа просит. Тогда поехали. Ну, все, что ли? Все. Все. Закрывай. Выткался на озере алый цвет зари. На бору со звонами плачут глухари. Плачет где-то Иволга, схоронясь в дупло. Только мне не плачется. На душе светло. Знаю, выйдешь вечером за кольцо дорог. Сядем копна свежие под соседний сток. Зацелую допьяна и замну, как цвет. Хмельному от радости пересуду нет. Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты. Унесу я пьяную до утра в кусты. Ген, а не надорвешься? Замолчи ты. Ну, дальше вы сами знаете. Все в школе учились. А кто не знает, пусть у Гришки спросит. Объявляй следующий номер. Гена! Очень хорошо, что вы так тепло встречаете наших самодеятельных артистов. Следующий номер нашей программы – танцевальный. Выступает... Выступать буду я. Федя Глотов. «Осенняя песня любви» посвящается... Но не важно, кому посвящается. Вновь рябина зажгла свои гроздья осенние. Она шанс нам дала, ну хотя бы на мгновенье. Далеко так видна в платье осени бархатном. Опалила она сердце вспышкою яркою. Осенняя песня любви, как цыганская скрипка с тоскою.
так странно, что надо ловить ускользающий миг нам с тобою. Осенняя песня любви сердце радостью поздней пополнит. Ты дари мне, дари мне, дари. Я прошу небывалое, словно листья с ветвей вдоль дороги. Ты зачем его выпустила? Я его не выпускала. Он сам. Выйди на сцену. Прекрати это безобразие. И я не могу. Тогда это сделаю я. Горчит и зовет к себе ясно. Ах, как сердце стучит над осенним пожарищем. Хватит! Дурака валять! А я и не валяю дурака. Уходи! Браво, Федюха! Молодец! Бис! Павел Игнатьевич, вы хорошо знаете Федю Глотова? Ну, как же мне его не знать? Живем в одном поселке, можно сказать, соседи. А вы слышали, что он натворил вчера у нас на концерте? Что же он такого натворил? Возомнил себя Шаляпиным. Выскочил на сцену и запел романс. Ну, как это понимать? Ну, так и понимать. Встретил вас и запел романс. Да он просто хулиган. Он издевается надо мной. Так уж и издевается. А может, тут все-таки что-то другое? Уж помоги, милок. 21 век на дворе, а я при свечке. Отключили свет за неуплату. Где я им возьму столько денег? Все ушли на лекарства. Да не волнуйся ты, бабуль. Если обещал, значит сделаю. Федь, прошу тебя, только ты поаккуратней. Ну, поосторожней. Не бойся, не первый раз замужем. Федь! Если будешь пикировать, кричи, мы тебя поймаем. Да точно, точно поймаем. Ой, ведешь, сердец дому, а? Ой, второй раз током шибануло, ой. Доброе утро, Виктор Тимофеевич. А, доброго здоровья. Виктор Тимофеевич. Что? Не могли бы меня на пару денечков в город отпустить? Это зачем? Родителей давно не видела. В театр хочу сходить. Я уж подружке позвонила, она купила билеты на балет. Угу. А что ты меня спрашиваешь? Вот сама себя и отпускай. Как это? А ты что, ничего не знаешь? Нет, а что я должна знать? Ха. Ты с сегодняшнего дня директор этого Дома культуры. А меня в гараж переводят. Вот такие вот дела. Ну, стало быть, ваше место там. Чего? Ну... Да от меня вся рота на ушах стояла. Да я такое чудачил. Тебе не снилось? Хочешь, покажу?
Здравствуй, Валерий Павлович. Здорово, Федя-спасатель. Рад тебя видеть. Я тоже. Садись. Я пришел по важному делу. Давай о делах потом, а? Ты в прошлый раз не допел. Допой сейчас. Я прошу. Улетели года, улетели наши головы вдруг побелели, очерствели немного душой. Мы с тобой, но когда вдруг нагрянут тревоги, знаю я, что опять ты в дороге, знаю я, что и в стужу, и в дождь ты придешь, ты придешь. Спасибо, друг, что ты со мной под этой звездной синевой. Невзгоды все со мной делил, и потому хватает сил. Спасибо, друг, что понимал и никогда не предавал, ни в дни потерь, ни в дни разлук. Спасибо, друг. Ты можешь просить меня, Федя, как золотую рыбку, о чем угодно. Я все исполню. Дом культуры в нашем поселке на ладан дышит. У вас и дом культуры имеется? Имеется. Помоги привести его в порядок. Вот как ты думаешь, что я отвечу? Думаю, ответишь положительно. Правильно. Спасибо. Брось, не благодари. Не люблю. Ты меня и извини. Ой! Ах ты нахал! Подсматривать за мной выдумал. И не стыдно, а? Я думал, твоя мама пришла. Вот и нырнул за кресло. Я тебе сейчас поныряю. Я тебя сейчас поныряю. Кать, а ну, чего? Катись отсюда. Катись отсюда. Ой. Тоже мне жених нашелся. Ты даже рыбку поймать не умеешь. Федя, я так рада, что мы вместе. Так хочется, чтобы это было всегда. Обещаю. А тебе можно верить? Не подведу. Любимый, а ты можешь увести меня отсюда далеко-далеко? Туда, где вечное счастье. Конечно. Только я не могу это сделать. О, Шарма.
вечером. Марина Васильевна! Марина Васильевна, ты куда? На автостанции. Уезжаешь? Уезжаю. Ой, я тебя довел. А если я пообещаю, что никогда больше ничем тебя не обижу? Федь, ну при чем здесь ты? На два дня в город еду, в театр хочу сходить. А, в театр, это хорошо. А хочешь, я тебе тебя покажу? Это как? А вот видишь березку с лентой? Ну? Это ты и есть. Я вот здесь песни сочиняю, репетирую, танцую. И ты всегда рядом. А лента зачем? А это чтобы березка была такая же красивая, как ты. Чудной ты, Федь. А. Ну, пока. Я пошла. Ну, счастливо. Марина Васильевна! Ой, нет, ты не снимай! Ай. Сегодня Ветрова танцует. Она мне безумно нравится. Она такая обаятельная. Я тогда на театре не была. Так странно. Здесь фонтаны, огромные здания. Совсем другая жизнь. Но в деревенской жизни тоже есть своя прелесть. Ну да. Коровы мычат, собаки лают. Не только. Там простор. Море полевых цветов. По ним волны от ветра. Все равно ты там долго не выдержишь. Не знаю. Да хватит вам про вашу деревенскую жизнь. Мы же в театр идем. Здрасте. Заждался вас. Целый час тут ошиваюсь. Это кто? Твой кавалер? Ты что здесь делаешь? Вот приехал. Хочу в театр попасть. Да билетов нету. А это кто, твоя подружка? Федя. Ой, извините. Марин, нам пора. Пошли? Да, пойдем. Ты извини, мы опаздываем. А лишних билетов у нас нет. Билетов нет, понял? Понял. У тебя, говорят, какая-то примочка есть. Есть, да? Ой, спасибо тебе большое. До свидания. Вы электрик? Да. Вас уже давно ждут. Идите. Ага. Эй, послушайте. Туда нельзя. Там оркестровый. А, вон туда идите. Спасибо. Извините, пожалуйста, как в зал пройти? А? Как пройти в зал? Какой вокзал? Девушка, а как в зал пройти? А какой еще зал? Зрительный. Ну, как хотите, так и проходите. Спасибо.
Я спою вам песни. Вы уж извините меня. Дома меня не поняли. Может быть, вы поймете. Была не была. В тишине за печкой замурлычет кот. В них душа ответит, тут же запоет. Так и быть придется мне себя открыть. Не могу на свете я без песни жить. Эх, была, не была, жизнь я так завела, что раю и воду, всех с ума я сведу. Соловей зальется в зарослях раки. Стало быть, подругу он тебе манит. Что случилось? Непонятно. Кто такой? Откуда я знаю? Кошмар. Еще такой. Занавес. Ко мне приди. Эх, была, не была, я так завела, что раю и воду всех с ума я сведу. Эх, была, не была, песня так завела, что раю и воду всех с ума сведу. Кто любит сладко пить и есть, прошу напротив меня сесть. Ну что, сыграем три карты? Давай сыграем. А на что играем? На прикид. То есть на раздевание? На раздевание. А как тузика подняли, так вещички все забрали. Налетай, подешевело, расхватали, не берут. А кто глаза пучит, тот ничего не получит. Вот тут. Не угадал. Эта дама снимает. На. Ну что, может быть, с тобой сыграем? Я уж наигрался, что теперь пару лет мне точно обеспечено. Ну да. За что? За то, что песню люблю петь. Так, может быть, ты нам тут сбацаешь? В другой раз. 212, да, да, я понял вас, я все записал. Да, хорошо, высылаю через 20 минут. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Я журналистка радио. Мне нужно увидеть Федора Глотова. Да, Глотов теперь знаменитость у нас. Товарищ полковник, это дело так оставлять нельзя. Если каждый будет нам срывать спектакли, вы представляете, какая молва пойдет о нашем театре? Каждый не будет. Я беседовала с ним целый час. Этот Федя – незаурядная личность. И, кстати, чертовски талантлив. Какая еще личность? Он самый обыкновенный хулиган. И наказать его, товарищ полковник, надо по всей строгости закона. Ладно, разберемся. Разрешите? Да. Товарищ полковник, задержанный Глотов доставлен. Пусть войдет. Здрасте. Глотов, и как тебе такое могло в голову прийти? Сам не знаю как. И что ж нам теперь с тобой делать? Да ничего не надо делать. Давайте я вам лучше песню спою. А вот этого не надо. О, Федь, говорят, ты артистом оперного театра заделался. Заделался. А дай мне автограф. На чем? А на ладони. Давай. Спасибо, я теперь неделю руку мыть не буду. Пока. И мне тоже. Давай, подходи, все, кто смелый. Всем дам, только не плачьте потом. Я смелый. Чего ты хочешь? Хочу поговорить с тобой. Говори. Ну, не здесь. А где? За угол зайдем. Ну, зайдем. Говори. Отстань от Катьки. А то что? А то морду набью. Бей. Дай помогу. Получил? Получил? Получил.
чтобы Катя больше не приставал. Это тебе, Марина Васильевна. Ты нормальный или нет? Не знаю. Убирайся. С глаз моих долой. Видеть тебя больше не могу. Прощай, Марина Васильевна. Федь, что с тобой? Ничего. Да ведь свадьбу можно сыграть без мотоциклов и без колец. Можно. Все можно. Вот бумага из милиции. Злостное хулиганство. Ты уж извини, но мы будем вынуждены принять меры. И довольно строгие. Заблудился я. Ну ладно, у нас в поселке ты чудишь. Но ведь тебе этого показалось мало. Решил нас на всю область ославить. Там столько дверей, и главное, никто ничего говорить не хочет. Ну, а когда уж я на сцену попал, терять было нечего. Со всяким может случиться. А вот со всяким не может. Тихонов слушает. Да? Вот это номер. Хорошо. Мне сейчас сказали, твой концерт по радио передают. Не может быть. А вот послушаем. Жизнь такая штука, часто с нами шутит. Это нам давно понять пора. Чем-то нас поманит, а потом обманет, потому что смысл ее игра. Мы у случая во власти, господа, товарищи, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сгорелись наши страсти, господа, товарищи, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Пускай расскажет песня истину про нас, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Каждый ждет, что среди пепла вдруг сверкнет алмаз. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Как это ни странно, ждем мы с неба манны, и удачи миг ловить спешим. Но удача снова будет у другого, а у нас лишь цветный дым. Мы у случая во власти, господа, товарищи, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Разгорелись наши страсти, господа, товарищи, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. И пускай расскажет песня истину про нас. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Каждый ждет, что среди пепла вдруг сверкнет алмаз. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сколько слез и грусти, жизнь еще отпустит. Нас экзаменуя тут и там. Кто скажет точно, этот круг порочный, так же разорвать однажды нам. Мы у случая по власти, господа, товарищи, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Разгорелись наши страсти, господа, товарищи, ай-яй-яй. Ай-яй-яй.
пускай расскажет песня истину про нас. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Каждый ждет, что с пепла вдруг свернет голова. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Господа, товарищи. Господа, товарищи. Мы успучшие власти, господа, товарищи. Ай-яй-яй. Разгорелись наши страсти, господа, товарищи. Ай-яй-яй. Мы услышали по власти, господа, товарищи, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Разгорелись наши страсти, господа, товарищи, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. И пускай расскажет песня истину про нас. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Каждый ждет, что среди пепла свернет вас. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Господа, товарищи. Ай-яй-яй. Мы услышали власти, господа, товарищи. Ай-яй-яй. Разгорелись наши страсти, господа, товарищи. Ай-яй-яй. Я по власти, господа, товарищи, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Раскалились наши страсти, господа, товарищи, ай-яй-яй, ай-яй-яй. И пускай расскажет песня истину про нас. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Каждый ждет, что среди пепла вдруг свернет вас.